Всем привет, мы с вами снова играем Sims 4 7 цветков. И так, у нас что-то тут красненькое. О, и да. Блин, у нас, кстати, нет кровати здесь. Жесть. Нам нужно... Я даже не знаю, где... Нам нужно сделать... Нам нужно сделать ему комнату где-то. Я вообще даже не знаю, где здесь можно сделать, потому что здесь вообще не предусмотрено ничего такого. Она хочет обнять, но он хочет спать. Рэйчел, у тебя все хорошо, поэтому иди порыбачь. Отправиться на рыбалку. Тем более, что у нее там, кстати, за цели? Поймать 20 видов рыб. Достичь 10 уровня. Ну, короче, у нас ни то еще не готово. С питанием уже плохо. Я думаю, что мы, наверное, немножко... Ой. Не надо, не-не-не, все. Немного изменим тут. Вот так сделаем. Дверь будет здесь. Не знаю, они смогут здесь проходить, если она будет здесь. Сейчас, подождите, давайте мы сделаем вот так. И дверь будет здесь. А здесь мы сделаем для него комнату маленькую, потому что у нас комнаты нету. Придется это все продать, то, что мне так нравилось. Ладно, космос оставим или не оставим, я не знаю, сейчас посмотрим, что у нас тут вообще есть для детской. У нас не совсем детская уж, но с неподростком. Кстати, она нам подходит по цвету, только она нифига здесь не становится. Как там двигать? О! Так-с. Как-то не по фэншую. Ну, она больше никак не становится. Ладно, пусть будет так. Хотя мне вообще не нравится, что так. Тут мы сейчас все продадим. Окно у нас. Ну, окно пусть. Конечно, пусть. Кстати, нам нужно здесь сделать обои, если я сейчас не забуду. Потому что это не очень хорошо. Так, это уже для малышей. Хотя вот ниже шкаф есть. Ну, он что-то прям вообще для малышей. Кстати, не нужно забывать, что у нас денег-то мало. Гардероб, стол. Игровой стол. Что еще? Вот у нас есть. Вот такое вот. А это что такое? Господи. Ну, я не знаю. Я, наверное, поставим ему тумбу. Игрушки ему, в принципе, не нужны такие, да? Я не знаю, в чё они вообще это играют. И... Так, это кукольные дома, я думаю, нам это не надо. Ой, нам нужна какая-нибудь тумба, значит. Сейчас мы пойдем вот в спальню какую-нибудь. Вот здесь тумба. И поставим. Вот это, кстати, подходит ему по стилю. Стрёмная такая комната. Давайте мы ее, наверное, повернем. Ну, тогда мне некрасиво получается. Так нельзя. Или сюда поставим. Так, она будет не нормально, в принципе. Что еще нам надо поставить? Ну, не знаю, если честно. Потом докупим, если что. Если нам что-то понадобится. Так, вроде бы у нас все остальное в порядке. Давайте играть. Забыла обои сделать. Блин, ну ладно, короче. Так, Рэйчел нейтральная у нас, не очень. Она только идет, я думаю, она уже рыбачит. Ну ладно, это у нас тут девочка и ходит здесь. Вот такая у нас красота. Рыба даже плавает. Мы сейчас немножко, наверное, половим. Мария прошла, не поздоровалась даже. Обычное дело. С питанием у нас не очень. Ну, сейчас мы... Когда он, кстати, вернется, Антон? Сейчас я гляну. 19:00. То есть 19:00, в принципе, нам нужно пойти уже что-нибудь начать готовить. А ребенок наш. Ой, у него еще там с бодростью все очень плохо. Давайте сделаем побыстрее, потому что, в принципе, здесь ничего совершенно интересного. И в часов 6, наверное, через час пойдем приготовим что-нибудь. Да, приготовим. Ой, а что ты стал? Он ест яичница нормальная. Это хорошо. У нас даже игр не для ребенка.
Вообще никаких. Давайте мы посмотрим, что мы можем для него купить. В Sims 3 были какие-то качели, все такое. Не знаю, здесь есть что-нибудь подобное. И вообще, где это искать? Что-нибудь такое интересное. Какие-нибудь штуки. Это что? Нет, это явно не для детей. Какие-то украшения. Нам нужны какие-нибудь игры. Где их найти? Игры какие-нибудь. Это что? Столик для подделок. Научный набор «Юный волшебник». Кстати, у него какая там цель? Кто он у нас? Сейчас я посмотрю. Непослушный проказник. Короче, ну да, игры, короче, что такое? Где их взять? Я просто не знаю. Ну, сейчас поищем. Что у нас здесь есть? И вообще, где это можно взять? Понятия не имею. Ладно, короче, давайте. Так, тут дети. А, фу, тут, короче, ничего у нас нету. Еще раз. Давайте посмотрим, что у нас для улицы есть. Ну, это урны, конечно, нам нужно очень. Ладно, давайте мы возьмем что-нибудь такое развивающее, а потом еще докупим. Это что? Не разбудила. Я не знаю, сможешь вообще на этом играть? Или это прям для детей, для детей? Так, так, что это у нас? Творческий подход. Тут. Блин. Давайте потратим денег. Глянем. Работает ли это вообще? Нет. Да, это работает. В принципе, мне кажется, это можно поставить у нас в комнате, потому что... Мне бы хотелось, конечно, что-нибудь качели, что-нибудь такое. Давайте вот так наберу. Может, я найду поиском. Ой, английский. Гимнастический комплекс. Господи, вот это где находится. Вот игровая площадка, она очень дорогая. Это мы купили... Это мы уже большие для этого. И тут всякие гномы. А это что? Железная дорога. Классно, конечно, но... Блин, как дорого. Смотрите, машина какая дорогая. У нас, по-моему, машина дороже кровати. Подешевле нет машины. Мне кажется, было прикольно, если он бы смог с ней играть. Это что? Лодка. Да, ну и цены, я вам скажу. Это цены. В общем, мне кажется, давайте лучше купим эту гимнастическую штуку, потому что он любит на ней лазить. Офигеть. У нас большой достаточно-таки двор. Так что давайте ее здесь поставим. 800 аж. Аж 800. Это дорого. И поставим... Нет, мы не можем, да, сюда поставить. Ну, вот именно в его комнату мы не можем поставить. Хотя, вот так, мне кажется, будет нормально. Потому что ребенок должен играть, у нас ничего нет. Так, с бодростью у него плохо и с естественной нуждой. Сейчас он покушает у меня. И отправим в туалет. Помыть руки. И пусть идет снова спать. В свою комнату новую. Потом посмотрим, что он будет делать. Кстати, наверное, ему в школу завтра. Сейчас понедельник как раз. Так, Рэйчел, ты как там? Не очень у нас сегодня рыбалка что-то. Хотя нет, нормально. Нам нужно зарабатывать, потому что мы столько денег потратили на нашего ребенка. Ну, ладно. О, столько людей здесь. Что за собрание? Кстати, мы никак не сходим на пикники. Нужно. Нужно сходить на пикники. Так, все, пойдем на готовить. Чем будем готовить? Подать ужин. Рагу туриста. Давай сделаем жареную рыбу, как, так как мы, типа, рыбу ловили. Логично будет. Приходит Антон, принес 300, а мы купили эту фигню за 800. Ну, ладно. Ничего страшного. У нас все очень-очень плохо. Иди. Помоги жене, убери. Помоги. Хотя у нас вот, в принципе, есть. Я забыла ей отключить вот это. Яичница-болтунья у нас есть.
Давайте мы возьмем все-таки порцию вот эту. А речь пусть то еще приготовит. Эта полка будет у меня тут торчать. Так, нам нужно, наверное, что-то там сделать для его работы. Играть в видеоигры нужно. Хорошо. Поиграем. Сейчас он поест, играть. Чтобы завершить, чтобы завтра уже не делать этого. Так, ребенок наш спит, все у него хорошо. Рэйчел, все не очень хорошо, но сейчас мы все сделаем. Хочешь рассмешить Антона. Так, ой, классно, прям рыбка. Ты молодец, молодец. Он такая черная здесь прям. Кто там так вышагивает? Вышагивает. Так. Все, она приготовила, но он уже взял другой. О, на 7 уровень навыки кулинарии. Отлично. Посмотрим, какое у него тут блюдо. Ай, классно. Прям рыбка такая. Здоровская. Ой, Рэйчел, что так ешь, как свинья. Так. Потом вот это убрать, помыть надо будет. Сделать всякие дела. Не знаю, потом, может, на рыбалку снова пойдем или... Не знаю, что мы будем делать. Кстати, нам нужно посмотреть, как там наше растение. Все у нас в порядке тут. Способствовать росту. У нас пока не было никакого урожая тут, конечно. Потом у нас есть всякие тут штукенцы. Давайте покопаем тоже. Мария у нас здесь стоит. Ничего интересного. Все ходят, ходят. Нам нужно, в общем, на выходных пойти на пикник всей семьей. У него есть, кстати, всякие желания рассмешить, быть дружелюбным. А где он, кстати, он уже все. Он пошел играть, и потом ему нужно спать, потому что у него плохо с бодростью. Сейчас Рэйчел немножко приберется. Вот это сделаем, наверное, чуть-чуть порыбачим прям. Прям капельку. И будем спать тоже, как и все. Кстати, давайте мы посмотрим, что у него уже есть. Что можно продать. О, яблоки, отлично. Угу, продадим. Рыба. А, качество яблок у нас качество растений яблок повысилось. Какая-то штука тоже продадим. Кристаллы. Да. Это все дешево у нас. Кто нам звонит? Поговаривают, что в замке прямо сейчас проходит крутейшая вечеринка. Не хотите со мной сходить? Вообще, да, это женатый там. Все дела. Вау, какая клубника у него. И розы. Отлично. Тоже попродаем. Да, у нас очень мало денег. Все-таки колокольчик. Грибы. И последний львиный зев. Да, вернемся к Рэйчел снова. У него здесь побольше уж. И нормально такие деньги вот иногда здесь бывают. За некоторые виды. Это что такое? А, яйца какие-то. Расписные яйца. А где мы их взяли? Вообще не помню, где мы их взяли. Ладно, кристаллы вот. Опять какие-то розы. Или что это, не знаю, лимоны. У нас здесь много прям всего. Хорошо. Так. Все у нас, естественно, нужно. Кстати, у тебя как дела? Повышаешь? 75, еще чуть-чуть осталось, пожалуйста. Давай, добей. И он хочет купить бассейн. И купить посудомоечную машину. Но у нас пока не очень много денег для этого, так что я думаю, пока не стоит об этом даже думать. Давайте сделаем побыстрее, потому что я хочу, это, чтобы уже было готово у нас, чтобы про это не думать. Давай, играй. Завершено все, отлично. Все, иди спи. Рэйчел. Да, Рэйчел, все достаточно. Иди сюда. Вот такое действие. Вымыть руки, почистить, потому что у нас грязная раковина просто. Ужасно грязная. Тоже пойдем спать. Давайте тут уберем холодильник. Поставить на место. Потому что пропадет до утра.
И тоже ляжем спать наконец-то. Кстати, у нас здесь зацвели снова растения. Так что в Sims 4 можно так нормально жить и не умереть, даже если нет денег. Потому что здесь и можно всякие растения собирать и так далее. Кстати, что это такое? Розовый куст. Вот, в отличие от Sims 2, Sims 3, наверное. Ну, там тоже, может быть, только, чтобы заработать денег, может быть, рисовать, все такое. Затем побыстрее, потому что ничего интересного. Сейчас мой мальчик проснется, у нас ночь. Не знаю, что мы будем делать, наверное, пойдем лазать на этих штуках или вот рисовать. Ну, лазать не очень хочется, потому что у нас как бы ночь. Не хочу это опускать. Но, с другой стороны, Рэйчел скоро отмечает день рождения. Рэйчел отмечает день рождения. Ну-ка я гляну, она будет... Не говорит, что она будет старой. Нет, она будет взрослой. Это нормально. Все, у меня все спят. Так надвигаются деревья, что, ну, как-то стрёмно. Немножко. Так, все, проснулся. Нет, не проснулся, но просыпается мой сын. Ему что, не надо в школу? Опять утра, мне казалось, что 7 утра. Так, Джо, пойдем поедим рыбки. Вот этой. Взять порцию. Что это? Уже домашняя у нас? Класс. Я не знала, мы не ходили в школу, у нас уже есть домашняя. Или мы ходили в школу? Что-то я не помню, чтобы мы ходили в школу. Мы не ходили, короче говоря. Давай ешь рыбку и давай делать домашнюю, потому что, мне кажется, мы не успеем. Я думаю, мы займемся другими вещами. Думаю, он ночью проснется. Угу. Проснулся он утром. У него очень крепкий сон. Так, это, мотыляются занавески как-то прям не очень. Давай, давай, кушай скорее. Что он хочет? Начать собрание клуба. Да, начнем. Но сначала, наверное, сходим в школу. Сколько у нас? 8 часов. Так, ладно. Надеюсь, мы успеем сделать домашнее, в чем я очень сомневаюсь. Прям очень сомневаюсь. Сейчас мы откроем. Уж не хочется опоздать. Опоздать в школу прям первый день. У нас час. Блин, мы, наверное, не успеем. Давай. Давай, давай, быстрее. 25. Нам надо успеть. Потому что как мы туда пойдем? Еще полчаса. Чуть 20 минут почти. Давай, делай скорее. Блин, если бы я знала, вчера бы сделала. Да, я вчера бы сделала. Перед тем, как он собирался спать. 50. Блин, нам надо идти. Чуть-чуть прям. Блин, 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 блин. Пора в школу. Давай, скорей. Беги. Ну, мы немножко опоздали. Ну, блин, мы уже почти на полчаса опоздали. Блин. Вообще хана. Хорошо, что ты завершил. Теперь в школу беги. Быстрее. Быстрее, мой дорогой. У нас гигиена не очень. Надеюсь, это ему не помешает. Кстати, эти мои тоже просыпаются уже. Так, иди скорее, беги сюда. Использовать, принять ванну. Питание, наверное, рыбу поедим, да, тоже. Джо отправляется в школу. Все хорошо, что он отправляется. Рэйчел тоже сейчас проснется. Не знаю, мы, наверное, не будем ничего готовить. Давайте доедим нашу рыбу. Так, взять порцию. Рэйчел тоже, давайте. Антон тоже должен быть через час на работе, так что хорошо, что мы вчера все сделали. Вот так. У нас столько яиц этих расписных, прям посмотрите. Хорошо. Так. Все, давайте немножко побыстрее сделаем. Так. Начинается. Хотя ее даже никто не трогал. Само собой, вот. Придется нам с Рэйчел чинить вот это все, потому что у нас мало денег, а Антон уезжает на работу. Класс. У нас здесь ничего не поспело. Собрать весь урожай. Да, сейчас прополим, чтобы прям прополоть. Собрать весь урожай. Вот эта штука. Помню, вчера я говорила, я собрать что-то не собрала.
Сейчас мы останемся одни дома, вот пособираем всякие штукенцы. Все, у нас много всего, мы не можем ничего делать. Очень мне нравится дом. Но комната для ребенка. Ну, тут вообще просто одна комната, конечно, была, ну ладно. Вот так Рэйчел молодец у меня. А Антон в ванной лежит, тебе не стыдно? Вообще нормально вот это. Ну, ладно, ему на работу сейчас. Ему уже пора. Пора на работу, скорее кушай, беги-беги. Он хочет просматривать симпедию. Господи, что такое? Так, мы получили навык механики. Так, давай, давай. Все, беги на работу. Там все равно поешь. Сейчас мы с Рэйчел приберемся и пойдем собирать всякие штукенцы. Кстати, у нас здесь очень-очень грязно. Наверное, вернемся и помоем посуду. И пойдем собирать. Все, Антон на работе, ребенок в школе, а мы пойдем деньги зарабатывать, типа копать. Да, и на выходных нужно не забыть сходить на барбекю, собрать. Капсулу мы нашли. Да что ж ты будешь делать? Собрать вот эти штуки. Что у нас тут еще есть? А, это чей-то участок, я так понимаю. А что ты, Паша, вот я не люблю вот эти штуки. Антон находит раздел программы, в котором полно ошибок. Он может засучить рукава и составить отчет по каждой из них собственноручно или же уговорить усердного сотрудника сделать всю работу. Давайте мы составим, сейчас какая фигня будет. Молодец, Антон стоит во главе команды контроля. Качество и его приверженность не знали границ. Его коллега слегка расстроен, что упустил всю славу и почет, но вымещает зло на игрушечной собаке. Рост продуктивности малый. Мы угадали сегодня, но это не всегда так бывает хорошо. Я не помню, это я нажимала или нет. Сейчас узнаем. Так, все. А, и вот еще остался кустик у нас. Лягушечка. И вот еще, и, наверное, уж все. Мы нашли карту сокровищ. Сомневаюсь, что она нас приведет к каким-то сокровищам. Она, кстати, хочет повысить уровень навыка рыбной ловли. Давайте мы посмотрим эту карту, что мы там нашли. А, это не то. Вот тут фиг найдешь. Тут какой-то особенный, в особенном порядке все. Вот карта. Сейчас мы в доме положим. Где наш дом? Вот он, наш дом. Сюда. По-моему, надо копать какой-то клад. У нас миллион капсул. Давайте мы откроем одну или две. Кстати, они очень дорогие. Офигеть. Очень дорогие. Все, я не хочу больше. Стой. Так. Сейчас Рэйчел мне вот это сделает. И мы вот сюда... Да что, я не могу попасть? Дмитрий Свен хочет знать, не хочу ли я прийти к нему в гости, чтобы пообщаться. Не знаю. Да что мне делать с ней? Пиратская карта. Ладно, я не знаю. Пофиг, короче. И вот эти две откроем, посмотрим, что там. Если мы эти фигуры вот опять мы, наверное, просто продадим и все. Скорее всего, они там есть. Но так как игру обновляли, может быть, там что-то другое. Сейчас чисто ради интереса посмотрим, использовать. И руки помоем, давайте. Чем с карты это делать? Да. Ничего интересного в этих капсулах нет. Так. Ну и чего? Я не знаю, короче говоря. Продадим. Блин, капсула была 500, а тебе стало так дешево стоить. Давайте продадим это за 500 аж. Вот. Это я понимала. У нас 3000. 100 лет такого не было. А это сколько стоит? Не надо ничего перемещать. Ой, мало как. Так. Угу. Хорошо, мы тут насобирали.
Вот мы переместили в мир. Может, я куда-то не туда и перемещаю? Я не знаю, что с ней делать. Блин, я же как-то делала раньше. Короче, ребят, напишите мне в комментариях, то что-то я никак не соображу. Что с ней делать? Должен ли Джо пригласить одноклассника по имени Макс? Да, давайте пригласим. Джо получает оценку удовлетворительно. Да нифига себе. Ладно, давайте положим это в багаж. И Рэйчел пусть идет рыбачить, потому что она хочет еще и навык себе. А лучше сделать. Джо, ты пришел? А, и вот его друг, да? С гигиеной плохо. Бежим скорее. Бежим. Принять ванну. Он хотел что-то... А, он хотел поставить на место книжку. Думаю, он хотел почитать. Ну, давайте в туалет тоже заодно сходим. Вот. А потом можем вот с нашим другом поиграть. Чё-то мы только одни как будто. А где наш друг? Вот он, наш друг. Зовут его Макс. Он в Лиге авантюристов и раскольники. Угу. Хорошо. Кстати, сколько мы дней еще будем деребёнком? 12 всего лишь. Жалко. Чё он хочет? Закончить домашнее задание. Блин, ну давайте мы с ребенком уж поиграем. 9 уровень. Мы давненько не собирались. Может, пора встретиться. Давай встретимся. Хотя у меня были немножко другие планы. Мы вообще там плаваем. Ваня, к нам пришел друг. Так что, да, я думаю, на этом я закончу эту серию. Если вам понравилось, ставьте палец вверх. И всем пока.